Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 11 мая в Анапе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ночью прохладнее, 14 выше 0. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов.